Во вторник в Самарской области солнечно, сухо и тепло. Плюс 12, плюс 14 градусов днем, ночью 4-6 выше 0. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. В Сызрани безоблачно. Днем плюс 13 градусов, ночью плюс 6. Юго-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем плюс 14, ночью 6 выше 0, юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре ясно, плюс 13, в дневное время, ночью плюс 4, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 39%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.